что нашел? Ну, кто будет оперу танчить? В смысле, кто? Фенрир будет танчить оперу на это, который ЧСВшка. На Хесере. Я никого и не искал, мне не надо было искать. А где это? А ДД это Трога будет, типа. Чем? ДД это Яша Лен или как его? Ну, да, этот самый Яша Лен. А у этого, у Слякоти вообще, да, типа? Ну, он писал же, что у него весь день сегодня вылетает. Ну, видишь, а у Хаку типа нормально. Ну, блять, Хаку в другой части Украины совершенно. Типа Хаку на юге, этот чел на севере. Ну, как бы. У Хаку просто еще не до конца, ведь... А, нет, подожди, сейчас. Херсон же уже, получается, так чистит Рашка. Кто кого глушит, я так и не... Мне кажется, нет, смотри, смотри, Херсон же чистит Рашка. Уже, по идее, там, ну, сменил, да, чистит, должно прошла, быть. Да-да-да-да-да, типа, и там, по идее, уже, ну, этот... Уже не Украина. Да, соответственно, да, у него интернет... Думаю, у него интернет... Смотри, смотри, не, смотри, соответственно, у него интернет работает. А пару дней назад у него по КД вылетало с 5000 пинга, это потому что он был под Украиной. А сейчас Ослякать, типа, он сидит в городе, который Рашка обошла и не стала захватывать. Может быть, русский мир? Я не знаю, что странно об этом говорить, обо всем. Там все может поменяться 100 раз. Да что поменяться? Да блять, нахуй. Ладно, мы ут. Да ты сын бляди, блять, нахуй! Что это было? Сын бляди, блядь. Хотел осколочков насосать, блядь. Ну, сука. Кто и пососал? Чего не дохилили? Извиняюсь. Суки, не прохилили! За что? Часто не сильно нагрузки были. Ладно, блядь, там какой-то Race for World First, блядь, неинтересный, нахуй. Так, гир дрочит. Shadowlands где? А, да-то похуй. Первый босс неубиваемый. И что, там новый инс еще вроде, да? Да. Похуй. Ну, все равно в этот WoW будем играть, только в пиратском виде. Да там уже казуалили все, блядь. Да как кого казуалили, блядь? Это ваш нахуй 3.3.5 и все, что до этого и после. Вот это казуал, блядь. Не, блядь, не, типа, именно в самой максимальной сложности они, блядь, в разы сложнее, чем любой Raid 3.3.5. Ну это понятно, блядь. Типа вот, с максимальной сложности они, блядь, вот нихуя не казуалили. Конечно, блядь. Хотя бы кнопки даже сейчас жать надо. Вот это вот хуйня. Пуля левого, пуля левого. Что вы делаете? Договориться не можете? Да и из-за класса там намного тяжелее играть. Любую. Бля, ну это топ-контроль, конечно. Ну, восконтроливаем, получается. Ну и по КД теряю его тогда. Хуя. Как придет. Подведи его сюда, а то я вышку. Как красиво. Здорово. А что, у нас люди вообще есть? Ну, нету только этого господина, который вчера съебался. Хей-хей-хей, да? Который хей-хей, вот это вот, знаешь? Я вот, блядь, видел вот этих чипов, которые мы в целка пошли, говорит, бля, а фак казуальная, казуальная пиздец, типы на Ланотель, блядь, укусить не могут, как сказали им. Ну, Афана, блядь, она не казуальная, она удобная, типа. Ну, там нет, 10-й, там нет ебучего кача. Удочная, надумал, что, типа, сегодня или вообще, типа, убьют это, и пофиг, да. Я не знаю, о чём. Его хотя бы. Ну, я вчера ему написал, сказал, вот. Блядь. Ой, да, блядь, опять я дох! Только развернулся, свернулся, блядь. Вы заебали, дайте осколки пофармить. Ой, мало их. И полюбил. Черти, блин. Сука, в лиге игра на 40 минут. Куда в доту зашел?
Дочь игру быстро. Сходи на Декасову. Сейчас зайду своего. Сейчас будешь на мокер танчить. Пойду пока фрейм. Когда ты не сидел против Тетчиса 3,5 часа, значит ты не играл еще в доту. Я играл в доту. Ары Тетчиса. Я был тем самым Тетчисом. Я был тем самым Тетчисом. Мне кажется, все хоть раз были тем самым Тетчисом. Я нет. Праздники какие-то 40 минут. Да ты понимаешь, когда в Лигу играешь, а в Доту не заходишь несколько лет, то 40 минут это долго. В Лиге 40 минут игры тоже не такие долгие, алё. В Доте каждый играет, а минимум 30 минут, а в Лиге 30 минут это лейт гейм. Было же время, там, пару лет назад, maybe, когда все просто шли ебало вперед, то с всякими растами ДП. Не, я сейчас. Было время, когда Рошана забирали на первом уровне и за 5 минут игру заканчивали. Сейчас было это дело. Не такая долгая, нормально это все. Да, в турбо зашел нормально. Блять, тупо блевать меня ебаный. Аф, лучше, что могли придумать, спасибо. Турбо-то тратить мне. А, меня трэш его переубивает. Ой, ебать, а ты что там делаешь? Сука, ты так смешно выглядело, блять. Я просто появился, блин, ебал. Как смешно было. Блядь. И так он еще и прыгнул, блядь, и в полете нахуй уже ебал. А что, вы меня видели, что ли? Да. Блин, как это смешно было. А может кто-то минут 5 потанчить, а быстро все фреймы настроить, чтобы вам легче было вот рубить? Мы уже танчим. А, ну все. Пошли мы эксперу. Модификации, им еще пойду эксперу ломать. И кварц. Эксперу, галочка. Ну, что тут еще? Кого там еще надо не лайкнуть, а ты не приглашаешься? Details, галочка. Хэй-хэй-хэй. Я выскаду. Вообще, да, тоны подрубать не нахуй. Уриона, come to the online, блять. Нихуя. Fuck you. Не грызи ногти. Понял, осуждаю. Вроде я доны все подключал. Вот это отключить. Золотой дренит. Надо лучше не включать, потому что когда стрим включается, что-то мы вайпы начинаем. Да. В то же самое время опера. Первый пул. Уже раз. Со стримом. Нет, ну да, ну да. Нет. А, блять, нет, тогда да. Завали ебало, клоун. Типа, ебал. Чё ты оправдываешься? Правда, типа, хочешь ввести заблуждение людей простых? Мне кажется, или это не в стриме дело? Возможно. Согласен. В хилах, блядь. Ну, пошёл нахуй! Что в хилах дело, блядь? Мы нахуй можем проанализировать ошибки. Хуеть! Тут уже столько нужно... Можно было провести анализы, что ты просто, блядь, никто... Кара бессмертия, блядь. Можно хуёвый просто. А можно как-то импортировать Xperia? Я отвечаю, я умнее, чем 90% все, которые на которые на опер заходят. Тебе это не помогает. Я бы даже сказал, потому 95. Что они туда нам не заходят вообще, блять. Арисин, верни какого-то из этих пидоров. А, осуждаю, ты чё, блин? Ё-моё! Охренеть, блин. За что осуждать? Чё славой говорите? А вдруг они вот сейчас с нами в Дискорде сидят? Кто, пидор? Обидятся еще. Ну да. Нет, да... Не говори это слово, нельзя. Почему? Потому что... Если ты используешь это... Алло, ну хватит бить! Это нужно... Это слово нужно использовать... Это слово нужно использовать только вместе с еще одним словом. Пидор ебаный, что ли? Да нет, боже. Если ты говоришь это слово, то ты должен говорить к нему еще вот это вот слово. Сейчас я... Негры-пидоры. Вот так вот. Только с неграми? Так, в смысле? Это ты намекаешь на то, что только пидоры и только негры бывают, что ли? Нет, это просто двойной шанс. Двойной шанс лететь. Забаниться на этом... Как он там называется? На Рутубе. А что, на Рутубе банится? Как же волшебное слово «книга»? Не грызы, не грызи, не Германия, не нас там, да.
Это мы знаем. Не, в смысле, реально за эту хуйню банят? Какую? Ну, на какой там платформе? На Твиче или где эта хуйня? Ну да. Ну, на Твиче, да, если типа. Если, если челам не похуй на тебя, тебя забанят. Ну, у нас Мерлок один зритель Enjoyer, так что. Один зритель Enjoyer не банят, так что нормально. Не, я немножко не понимаю, просто. Нахуй никому не нужен. А этот. На Ютубе вроде можно базарить. Там вроде попроще, но вроде тоже что-то нельзя говорить. Все просто кинут, что распространение детского порно и все равно забанят. Или так. Ага, блядь. Что-то вот... Блядь! Блядь. Слова забыл. Папи еще сидят, хуярят каждый день донаты, блядь, с детским порно. Пиздец. Тебе настроение покричать сегодня? Да в смысле? Да я зашел, блядь, ни за что, сижу, жду тут уже 5 часов, блядь, ебаная РТ, захожу, меня 4 раза убивают, блядь, потом я что-то начинаю говорить, я не могу слова сказать, блядь, никакого. Просто БГГБ, блядь, нахуй. Поэтому вот так пришлось сделать. Ты что-то разбил там. Ебало Азероны. За что? Нехуй пиздеть, блядь. За что? Пиздун, ебаный. Это... Короче, блядь. Может кто-то дать. Фильм смотрел, короче, вчера. Ой, блядь. Какой фильм? Какой фильм смотрел? Пиздеры говорят, нет, смотрел? Нет. Я таких не знаю фильмов. Ну ты и как же хорошо. Алло, Фенрирка. Да, сейчас, я почти настроился фреймы как раз. Ты... Это фокус, но пока цель. Тиритоны, нахуй, это... тяжение, кер, блядь, глазом от тиритона. Ну всё, я бы дебисовал, если чё. У меня если есть подозрение, если бы я таке на себе не на шипы апнул, а на ДС, я был бы 256-м, получается. Слышите, у вас никого нет подозрения. Мне кажется, Синг-Сонг, короче, закидывается зибаком, блядь. А что такое зибак и почему я им закидываю? Ты всё видел? Ну, какой бесовый, блядь. Под губу там, под нижнюю, ну, под верхнюю какое? Закидываются такие шарики. Это 45-е? Угу. Не, я только про снил знаю. 45-го не существует, типа того 60-го. Ну, просто создается впечатление, как будто у тебя что-то закинуто. Оно. Ну, может, нет? Тебе можно там? Взять с этого, ДЛТЦшника, с мальчика. Даже лучше будет. Ну, оно вроде у совы. Так не, я, нет, не, нет, типа, я, это, мне хоста нужна, там 600 хосты надо, а без этого у меня не будет 600 хосты. А где хак? Того его ты... нет, это, как видишь. А где хак? Где хак? Зачем тебе 600 хосты на ДЦшник? Он залазит. Чтобы там флешка, да, оставалась на 0.1 быстрее. А, вот, то есть. Там мне что-то пишет, что персонаж по имени Хаку в игре не найден. Там есть какой-то кап на 600 хосты? Потому что у него РТ ТТГ, и он... Там есть кап на 150 хосты. Ну, это кап на щит, блядь. А есть кап на флешку. О, я вроде настроился, блядь. Да, беги, беги! Буцы и рыбы есть, быстро! 600, а, это 600? Там... Бегу. 1-1 вроде кастоваться будет. Буцы нажми, да беги, блядь, рыбы поешь, сейчас пропадет. Если да, еще одну поставишь. У тебя запы, у тебя посох, у тебя сапоги. У тебя куча хосты, нет? У тебя миллион, мне кажется. 592. Ну да, нормально, что тебе не нравится? Куча хосты у меня в шипе там под 800. Это куча, по-двоему? 800 это... Ох, ебать! Блять, это фулл со шмота, ну фулл со шмота, блять, отъебитесь. Сука, там чел, у меня 1500 на паладине, блять. На паладине, молодец, вот блять, на паладине. Полторашка получается. Сколько соки ты в хосту расскажешь? О, блядь, не считал. У меня вот 0.0. А когда стали маговские хавчики по 50 на 50? Блять, у меня, короче, бафов не видно, проверяйте мои бафы кто-то. Давно. Я всегда все проверяю. Я вроде настроил себе, блять. Так, блять, я рыбу не поел, долбоёб, смоните меня. Кто-то кукарекает, кто-то кукарекает, слышите? Ставь себе рыбу, там нет рыбы, похуй. Этот, пейте в банки, фласки. А, банк, а у меня есть банка на мне? Ну, тебе есть. Сколько, я не вижу. Я не вижу бафу вообще. 37 минут. Все, похуй. Масло-то мажьте, го. Фастиком.
Надо еще макрос на фокус бы сделать. Бля. Я запускаю. Макрос сделаю. Еще глю банку выпей и хаку банку. Клир. Фокус. Фокус. А как фокус по этому? Фокус-фокус. Фокус по маусоверу написать. Так, можно? Маусовер. Фокус. Что на зеленый? Работает. Я хасту, вон, закинься в первую пати. Не закидывайся, не надо. Да как же у вас сложно? Я в первую пати фулл дамагеров закинул, кстати, с индерейком. Так, вроде все. А босс выходит, Ctrl-S нажал, все, да, в фокусе. Изи. Не, по патиру нормально раскидал. У меня на колесико стоит ЛПшка, блять. Я не могу отдалить или приблизить камеру. Ну! Хонтем. И чего мне. А, с плюсиками. Плюсика минусик точно тут. Да, Федерер это гений, ну. Что за макрос? На ЛПшку и спам в чат похуй. Да-да-да, вот то самое. Два макроса на панели стоит. Это типа вверх колесико крутить или вниз? Это нет, это Ctrl 3 и 4. Вверх-вниз это ЛПшки. Все тихо-тихо-тихо-тихо. А, понял, как гриппать. В следующий раз лучше гриппу. Я тут похуй, это сидбы. Фенерик есть. Угу. Нормально. Ух. Ебучка. Так, надо Void Fury, надо глю. Прям вообще похуй. Надо глю. Глю, из чего синга возьмешь? Вот глю, который ближе к тебе, вот это возьмешь, я в центре возьму. Пока я танчу, следите за игрой. Яша. А, Яша вынес, все. Нормально. У всех все есть. Все, готовьтесь, скоро каст. Каст. Арисина прохнул. Сейчас не было. Был. Шоколад, который справа от тебя, ветерок самый ближний, он баганный. Заходи в него. Хорошо. Здесь меня выкинут. Блять, меня МСБТ просто закрывает, фу, его, где я хилюсь. У меня нету ветерка пока. Шоколад его эфире надо. И хаку тоже. Есть баф там, если можно. Чем? Надо этому чоколаде. Там каст сейчас клан. Чоколаде еще усинг возьмешь, там по-любому не снимать. А, вот Рассин вынес. Вот это заберешь. Для меня. Мой бот. Не заберешь, у этого у Сингсонга заберешь. Нет, тут лучше. Ладно, падайте. Идиот. Долбоеб! Забейте. БР. Да, у него без бана. Не, никого не надо, БР, все. Теперь, кстати, давайте, наверное, на этого, на танка может оставлять под конец. Нет, там танк, если упадет, там пару чулов моментально сдохнет, и агро потом не набрать. На мобах. Там мобы просто пойдут голову. Так, смотри, я таун даю, блядь, агро не набрать. Каждого моба? А, ты про мобов? Ну, на мобов... Мобы пойдут и голову разобьются, не надо бояться. Танк падает, а ты не вставай. Бейте, типа, что было? Я вижу, что Арислин выносит, я решил, как дебил, побежать не сзади, типа, а спереди, чтобы быстрее к своему месту подойти. Меня по итогу, типа, в Арислина прилетел ветер, меня откинул в другой ветер, я приземлился, еще один ветер поймал. Долбоёб. Гудю надо сунуть. Сука, я тупой. Дайте джуса. Меня не починили, дайте. О, плюс. Сейчас я еще один дон включу, блядь.
он мешает, пиздец. На циферки урона здесь смотреть не надо. МСБТ где, блять? Не вижу, блять. Че не видишь? МСБТ не вижу, я не знаю. Слышь, МСБТ напиши. Рыба хавается. Порог включи. И порог просто там повыше сделай и все. Он нашел. Все, перезагружает. А чего Витвер умер? Снова, скорее всего, я не... Ну, бросок типа, мусора был, вот после того, как приземление было, этот пидор рядом стоял, кастовал. Рыбу на ферре поешь? Я в релоуде. То, что сдох Витвер, это мой будет. Я поздно дал мор. У меня воруны в когда были. Кстати, о рунах. Вот на этом боссе очень хорошо повелитель рун смерти идет. Да не. Ты жмешь мора, мора и удар смерти, все. Ты больше ничего не нажимаешь. Ну, удар смерти жмешь, у тебя все, все эти руны смерти. А зачем, если ты все равно будешь жать удар смерти дальше? На ЛПшку. А, давай просто не будем спорить. Потанчишь, поймешь. Тебе не нужны другие руны, если ты жмешь тот только удар смерти. Ты ЛПшки на после второй фазы перестаешь жать вообще. Не, а мобов-то как агрить? Таунтом, что ли? Мобов, мор и уже, если есть возможность. Ты не можешь, у тебя нет возможности дать ТВПшки, ты умрешь. В этом проблема оперы. Ты просто умрешь. Так, на второй. Злюкер! Был бы у меня, конечно, танк 250, я бы тут ноги на стол закинул. И так бы, и так же умер бы. Не-не-не, тут вообще фри было бы. Тори. Я по меткости больше был, или жирнее был бы 1000 на 3. Да, гир танку не поможет, если хилые хуесосы, как у нас. Ну, это тоже правда. Где крик на хп, бля? Тебя уже один замутил, сейчас еще будет. Алло, крик на хп. Она уже меня не слышит. Ну пригите его, реально. Ори, нажми крик на хп, пожалуйста. Пройти хотим быстрее. Кто не мечтает о полете? На танке босс вообще быстро падает, пиздец. Так, надо глю и все. Глю выносить или что? Короче, глю вот мой возьмешь, который мой должен быть. Я у Уитфьюри один заберу. Какой заберешь? Ну там три в одном месте стоит, один из них возьми. Син, где будки? А, хватит у стены возьми, каст, дошли. Ресина прохил. Так, надо вроде чуковать только и все. Не, у меня, наверное, вот тот синка, что синка, да? Ну, я правый возьму, ты в центр туда забирай. Просто да, ветра выносите, чтобы миликом было.
Тубоёб. Каз, зашли. Бэрвери. Ой, не уже, если. Мобы не встал. Его мобы убили. И этого тоже мобы убили. Бейте так. Каскару. Кстати, еще не скоро. Еще секунд 20. Блин, кстати, плохо, я могу руны проебать на бомжей. А, у меня... я понял. Сейчас каз будет. После... Вот дивное одно, и потом каз будет. Я у хаку заберу. Каз, зашли. Я под незыбкой сду. Я бомжей уже хотел сжимать, но у меня коруна. Я думал, ебало. Там не только незыбку надо нажать. Если ты одну незыбку нажимаешь, то все равно сдохнешь. В смысле? А что, третья бьет сильнее, чем первая, или что? Ну, все равно он типа 80 тысяч бьет. Под незыбкой 80. Мы же не проходим никак. Ты же понимаешь, что мы пока в воздухе 3 секунды, мы, ну... Ну, я нажал незыбку, нажал до смерти. Тебе надо третьим, ну, бомжей прям давать. Тресни меня, Тарк. Там же идет каст топщий, плюс тебя бьет эльфира обычными кастами, плюс обезьяны. Понятное дело, тебя не кастом убило, типа, мы бы потом сожрали. Пока мы в полете, мы тебя не хилим. В Яшелке, там я щиток КД был вниз. Ну, вон там мой бой. Это... Предупреждаю, я, может, какой-то забегу на хоспот, на этих хоспотах. Так я за этим не совсем слежу, типа, я за этим... Я думал, короче, там полсекунды, типа, было, чтоб ты щит дал. Я думал, успею. Там очень близко было. Я залагал, и все. Блядь. Вы Фьюри, а чё они на тебя агрятся? Ты Старфолл жмёшь? Угу. Не знаю, сделай канцел ауру или еще что-то, когда мобы выходят, убирай его. То ты так и дальше будешь умирать. Да, они когда выходят? Ну, либо до взлетки, когда перед чуть-чуть остается, либо после взлетки. Перед взлеткой за пару секунд они выходят, по-моему. Я себе, по-моему, тоже просто мобы убили. Первый раз его сияние убило, а второй раз ветерок. Ой, сияние, блядь. Ну вот этот каст, несравненная магия. Я ж там... Я посмотрел, там где-то 0,2 секунды было, что ли. Что-то такое. Не успел? Ну, там на тебе этот дебаф висел. А-а-а. Который щиток запрещает кидать. Там 0,2 секунды, по-моему, был. А не кидал вообще мне щиток, кроме на фазах? Кидаю всегда на тебе щит. На каждую нет, фазу. Ну, в смысле, когда нет фазы, вообще... Ну, я кидаю... Нет, я кидаю в тебя щит, но где-то за секунду за... Ну, короче, я примерно рассчитываю, что в какой-то момент я перестаю в тебя щит давать. Понял. Это я сейчас заслакал. Ну, я говорю, я думал, я успел. Я распишу нахуй поминутно, блядь. Где кто сосу хуйца, блядь? 2, 1, 0, и ты умер. Типа, смотри, просто ты на вторую... А ты на вторую что жмешь? На вторую щиток зеленый, и все. Ты просто чем рофл, типа, на вторую у нас же хапал баблет, и он стоит и хилит, типа, там, ну... А местами поменять можно их? Цать. Кого? Реслин и хапала. Реслин на КД 2 минуты. А, все, понял. Все, он точно, понял. Он точно 1-3 делает. Я-то нажму. Ну, типа, Глю может на второй тоже зайти, но на второй тогда мы будем все заходить, кроме Яши. Типа, 8 ветерков надо. Но... Не, по количеству ветерков похуй, и пусть хилит все.
Ну, последний просто бомжей бы нажал, нормально было. Ой, да, бомжи за 10%, блядь, ну, типа, ну, 10% разница. Так, Icebound и бомжи. А я спросил Федерева, скажу, что хуйта за лупа не делай так. Я нажму просто бомжей и тринки. И тринки-то тогда еще, да. Мы приземлимся и поднимемся? Есть Дивно выйду, если будет, вот что. Дивного там не было, типа, 100 мобов. Ну, если просто Дивно. Если будет. А, нет, Дивное там было. Ну, вот, было Дивное. Я в первый раз танчу на третий взгляд. Да, похуй. Я урон понял. Ну нормально, сколько у нас там? 4 вайпа, все на 30 минус. Прям все на 30%. Сейчас убьем. Я вообще не знал, что не зыбка откатывается под третью взлетку. Откатывается. Я не знал, я думал, что-то дольше файт. Ой, меньше по времени. Еще, господа паладины, вы когда жмете бабл сакру, еще и таргетную по танку жмите всегда. Типа бабл, ауе сакру и таргет сакру. Это правда. Может не хватить времени действия бабла. Если две сакры жать. Если как у тебя в смысле не хватит, сакру. В смысле не хватит времени. Бабл длится 12 секунд. Сакра, ну, если смотря, если мы в пати 10, если нет, то сколько там? 6, а таргетная сколько она длится? 12. А-а-а. Значит, я сниму. Столько ты снимешь. Я не сниму, я бафы не показывают. Консулавр напишу просто. Блять, реально. Да, заранее, типа, надо бабл сразу таргет надо. Чтоб если я проебался, то там челик за одну секунду, может, не умрет. Может. Да, Рислин может пока не себя еще это цель удать. Минус 20. Ладно, там еще немного не повезло, типа. Так получилось, что в White Fury одновременно стрела прилетела. И мусор. Типа его убило там за 0.2 вроде. 0.3. Ну, он был на фул хп. Рисин, я не понял, чего он. Сначала от каста, но это понятно. Во второй раз. Видимо, от мусора. А, не от мусора. Ну вот чего. Короче, мало того, что типа... White Fury убила за 0-1, в него в этот момент прилетел ветер, Реслин встал, подлетел на ветре и умер. Это там пиздец, блин. Ой, нажал затяных 4, меня выкинул из игры. Хорош. Ладно, я пока отойду. Блин, мне бы на все лицо отслеживание руны. Экспирал. Так есть move anything about. Да у меня экспирал, он не подвигает мне это. И не увеличит. Не двигается? Это ж хуево.
Так ты отключи их сперл, блядь. Ну да, давай тогда, как говорится, не буду видеть свое хп нормально. Так возьмешь вот эту рамку с хп и просто растянешь и все. Без эксперла. Обычно. И руны там. Руны там отдельно, такая маленькая полосочка. Можно вообще, блядь. Они тут удобные, они просто маленькие, как будто бы. По-любому где-то можно их увеличить. Ну я говорю, блядь, в эксперле я хуй знаю. Конечно, можно сделать все. Это же аддон, заменяющий интерфейс. Просто тебе похуй. Правильно? Пойма. Научи. Научись. Лол. А, ну, понял. Я свое научился. Не хватает. Эксперл никогда не нравился. На Эридер нормальная тема, кстати. Нажал одну кнопку и уже весь аркем. Ну, в чьем-то, да? Не, ну можно какие-то бранки устраивать, чел стоит возле своего ветра, а рядом никаких других нет, и ты, блин, Гаридара в него нажимаешь. Заходите там кто. Скачу. Ладно, похуй. Сойдет. Стоп, гений. Сегодня видел Лока, который на КД Каражана ищет. Типа, я тоже видел. У него чарка на ногах 75 СПД и 45 выносливости вместо духа, но при этом взят символ жизнеотвода. Бать, кайф. Значит, шмоток с духом, символ жизнеотвода. На нахуй. О, не зашел галочку. Бафами. Все, заебись. Ну ты что, ему прист бахнет 60 духа и будет в СПД. Лярд СПД, фок, чам. Эффекты я уже... Ой, все хорошо. Теперь балдежно. Ты теперь подняли? Да, да, заходи. Да. Ой, я еще и гулю могу. Блин, я сейчас кнопки НДК вспоминаю, вообще фри танчится. Ты босс на третьей взлетке, когда тебя не хилят, нажми чего-нибудь и все. Пета сожрать можно. Фаталити, Финрер. Или этот как называется. Алистин может кинуть в руки. Дивное сияние, минус 23 тысячи оверкил. Хавать. Я все это хаваю. Я все это хаваю. А у меня все бафы есть. Я реально хаваюсь. Поебать плюс похуй. Ури, братишка, ты слышишь меня, Ури? У меня тоже мут кинул. Меня зовут. Ури! Уриона! Не, это просто фишка. Не отвечать. Пусть он кричит реально на, ну, блядь, 200 хп, это много. Да, мне 200, а 1000 или сколько? Нет, потому три квара. Ну так, блин, он же не стакается с Петом, блядь, бесом. Ну, Бет, Ну, 1000, да. Бес меньше дает, но... А наш вар вообще 8? 8. Ну, но этому пищи. Уроду безмавному похуй. Пол. Сын урода, куда на пол? Куда на пол? Да я отменил, успею. Так, что? Блять, я таргет выкинул в окно. Только вряд ли. Кстати, не, его крик не даст только хп. Тысячу. У него не вкачанный. Да не даст, нихуя, у него 250 дает. 250 стандартный дает. Да у меня так же дает. Ты считаешь, у тебя дает. Смотри. Это пишет так, без таланта, ребят. Проверить надо, Ури. Типа у него не вкачанные, они дают так же. Да всегда мои. Больше, всегда больше давал. Я всегда замечал. Почему тогда Варов постоянно просит крикнуть? Ого, больше стало. 500 больше. На 255, смотри. 500, а потом тебя оверкинет 29 и все. Все. У меня было 26 ровно косаря, и сейчас 26 500.
60. Все равно 500 хп. Ну, 500 хп, да. Это да. Много. Много. Что там, СС есть? Есть, есть. Нажаровая ржав. Чё? Пул 5. Геру, Райза. Так, надо хаку, и все. Только хаку надо. Здесь больно. Все, больше никому не надо. Каст. Амбов на пул. Лужу кинул. Так, всё, блядь, я ударами смерти пошел хериться. Ветерок. Мне тоже надо. Я угли еще возьму. Есть свободно око? Вроде углю должен быть. Блять, чё? А хоть спасибо, ты, блядь, кернул, потом спиной идешь. Летел. У меня не было фэма там. Кортом каст? Да. Выш. Каст. Застанил. Я не фу хп! Блять, я отдал триню. Это респич. Могла забрать. Это бага, значит, что ли, не могу понять. Вроде забрал. Верните. Блять, а чё у меня осталось? Вижу, что осталось. Вообще меня разъебёт, скорее всего. Я забыл бот? Ну, могу дать. Ну да, это на полет. На взятку дать? Да. Я пиздец пересрал. Перейти могу. По чуть-чуть. Там каска. Ну, сейчас дивный, после дивного каска. Наебал. Ну, не имею в виду после пары очки. Каст. Зашли. Не пизда, кстати, разъебет на меня. Нормально. Посчитай. Я что убьешь, убьет. Добивайся. Углю. Ты 4 сдал еще. Блять. Ману нету. Хилюсь! Ты нахуй сияние. Все хорошо. Это не смешно. Ну это просто не смешно. Дайте топор. Ой, блядь. Там на самом деле нормально, слово за 50. Окно хочу выйти. Справились. Ну, стоять попытка. Сборами. Нормально. Как Ури он и хотел. Да, Ури, ты счастлив.
Ури, я потом рогу буду давать, Ури пусть ходит за меня. Тоже урич, наверное. Дайм, ты мне дал топор уже? Я лечу камни вставлять. Давай. Там что, Арестин просто выздоровлял? Что, мастерка что ли нужна? Арестин уже это есть. Ну, спроси у него. Возьму, Арестин. Накраем на ему. У него желебарда есть, нахуй ему это без крита. Рофлит. Ну что, пошлите по бурю. Я пошел быстренько подготавливать. Билд не меняй. Билд не меняй. Ну и все равно я к Маучу подготавливаю, пойду быстро. Ну, хорошо. С топором будет намного проще. Не, ну а что, ну ты не пишешь ничего, типа. Я спрашивал, тебе надо? Ну ты молчишь. Ну если тебе надо, скажи, это не тебя даст. Ну да, у меня другой топор есть для Мауча. С этим просто я буду жирнее. Типа, мне этот твинк, я не захожу, если надо, да. Ну, тебе реально, типа, надо или что? У тебя желебарда есть. А этим, говорит, только мне где мастерку брать? Типа, запы, ноги, кто мне? Ноги в плане эти, ботинки. Я еще ничего не делал с топором. Мы на погибель идем. У ретриков с этим нету, ну, с мастерством нету. Правда? Я не знаю, он ничего не пишет, я жду. У ретриков есть этот символ и... Куда ТП? Арестин, давай решай, забираешь топор. А, да, Арестин, блядь, напиши, надо, отдадим, нет? Давай, все. Просто напиши, да, нет. Фенрил твинк, ему плевать, типа, ну, все, Вовка. И так покатанчится. И так нормально, да. Ебать, тут шмоточки есть. А чего вы все попадали? Там от мусора прыгнулось. Я не смог последних собрать. Хоть Фьюрию не забежал. Куда? Яшу стрела убил. Глю мусора закинал. Ну то, что Яшу стрела убил, это я видел, но я там сделать особо ничего не мог. Так, что у меня на Мауч? Билд Мауч. Да я мог, это просто я слабый. 47. Знаешь, я уже, я короче, уже, ну, типа, я вижу, в тебя стрела летит, я только приземляюсь, я понимаю, что, типа, я, ну, у тебя там процентов 30 хп, я ничего не могу нажать, щит КД, типа, все, ББ. Кто знает, в цифрах 52 мастерства, это сколько? Ну, ты не можешь у себя посмотреть, чисто математику подключить? У меня сейчас 47, это 338. Ну, подели. И впадал. Плюс 41 это. 338 это плюс 41. 6 родного. Че, нихуя не понимаю, о чем ты говоришь. А, ну... Понял тебя. Я, блядь, пойду считать. Составишь. Надо кушать. 300. На, Леш, я поставлю. Это 8,24 примерно одно. Два камня надо. Нет. Это умножить на 5. 41, мне надо 1,5 камня. Если сейчас ничего не сработает, будет не смешно. Сердолик. Мастерство. Урион, ты тут? Ты умеешь делать на мастерство сердолики? Вроде умеешь, потому что ты меня троллил каждые 0,2 секунды этим. Урион. Нарву, нарву. Да, блядь. А сейчас тоже? Да, умеет делать. Почему рейтинг упали? Ну, так должно быть. 3 хила идем же, да? Вообще, на самом деле, можно в 2, типа. А, может это, я, можете это с моей рогой пройти? Мне там поезд нужен, пиздец. А, кто будет танчить? Так я танчу, да, в 2 окна. Да. Я просто сдохнулся вначале. Ну, давай я на твою рогу зайду. А, ну, блядь.
Пизда, да. Какие кнопки забежали? Ну, там 1, 2, 3, 4, типа, не сложно. Блять, ну у меня другое, у меня FQR, блядь. Ну перебинди. Я потом заперебинжил. Ебать, это пароль у тебя на русском что-то переводит? Да, очень-очень легко догадаться, что там. Я спиздил этот, так сказать, тему пароля, идею у брата лет 15 назад. Как фиолетовый. Имя твое, что ли? Ну, почти. Вот этот, тихо-тихо. Пиздец, чисто нахуй, сейчас второго Рагуля украдут. А как это, как камень фиолетовый называется? Камень ночи вспомнил. Мастерство стамина. Где он, блять? Он гессонит, что ли? Ну, вообще, кстати, в плане дамага у нас что-то прям совсем все хорошо, потому что когда до этого мы убивали, у нас на второй взлетке было 40%, а сейчас 30%. Долгоног, блядь. Типа у нас третий взлетка на это, там босс уже почти умер. Будет 3 долгонога, будет 20%, блядь. Заодно это будем переводить. Блядь, у меня один камень не грузится на аукционе, и скорее всего это нужный камень. Камень ночи стражи, это какой? Чё он даёт? Сейчас я линкану. Чё он даёт, скажите мне, он не грузится. А русский можешь? Да, блядь. Арго. Мастерство выносливости он даёт. О, всё, это моё. Опять арго. Регана порх аргес. Я поменял, кстати, язык. Это так, рофу какой-то. Да. Я. А на что его надо чарить? Руна каменная арго для обычных. Давайте там это, двигаться. А то, блядь, Ури опять нахуй, сын, блядь, ебаный нахуй, мертвый урод, блядь, опять съебаться решит в 9. Ну я бегу как можно быстрее. Ну если мы тупить не будем, мы и так, наверное, разойдемся в 9. А где гравировка тут? Я не помню, блядь. На что? Если не хотите, он тюрьму попробовать какую-нибудь. Не хотим, не бойся. Всё, мы чай. И так уже нахуй в тюрьме сидим все. Все, сломайте. Вот плати, блядь, я чё нахуй. Кси, блядь, чем, что? Чем платить, чё? Голдой, блядь, чё? Нет голды. Ну и нахуй пошёл. Чё-то по итогу, я что этот, хотели только на молча взять, по итогу он всё КД с нами ходит. Ну так чё, пусть за топоры работает. Кекуэ. Объективно. А ты, бля, прикинь, вот этот бездарный, который нихуя не дамажит Уриона, бля, взял, спиздил у Яши нахуй пушку. Там на ролла не у Яши просто. Есть. Чё он ролил? У Яши есть. И чё? А чё ролил? Пушку на мастерку он тоже ролил. Ясно. Крысоёб. Чё? Вот Бурён ожил и при нём и троит. Да Ури похуй, менять его пора уже. Заебал, реально. Тебе-то пушку в мастерство сделал, посмотри, блядь. Себе сделал, блядь. Хрыщ старый, блядь. Вот батрайт приняли, блин. Сука. О. Сука. Да, блядь. А, как же он хорош в этих рофах. У меня полгода. Пойду прям. Не, он полгода мне говорил, что на мастерство сделать? Когда я ему с РПГ камнем приходил. Я у него не в ЧС в Варкрафте. Я пошел писать. В смысле, не в ЧС, ты знаешь? Написал ему, блядь. Каску дайте, Роген. Я камень не могу вставить. Вот напишу. Рыбу хавать. Каску фу. Не смогу. Ой, блин, я ж потом на робу зайду, я ж охуею. Ты там на роге найди где-нибудь баночку там. На какую кнопку тебе на...